20%. Да, да. Так надо поступить, как говорится, по-умному, как поступить. Не истратить миллион, а положить его на Висту, взять под него, под этот миллион, 700 тысяч кредита и купить автомобиль за 700, а не за миллион. Это же нормальный автомобиль, даже новый, даже из салона. Выгодно можно купить. Через 3 года эти же деньги не заморожены, они под залогом, но не работают. Прибыль 20% годовых за 3 года покрывает выданный кредит. Плюс-минус, как говорится. Может быть, даже 3 там, с небольшим года, с учетом, из расчета 20% годовых. Через 3 года вы продаете автомобиль, примерно за 4, если захотели поменять регулярно. Присоединять. Ваш миллион уже снова в доступе полностью. На него процент начислялся. Соединяйте деньги за проданный автомобиль с вашим активом. И на новый остаток, на 1 400 000, берете новый кредит. 70%. Машина уже будет за 980 тысяч рублей. Практически дороже. За миллион. Лучше. И так вы можете делать каждые 3 года. За одни и те же деньги постоянно покупать новый автомобиль и при этом оставаться. Вы будете только улучшать качество, уровень жизни, а из кармана доставать ничего не будете. Только в том случае, если вот таким образом с деньгами работать, как финансовый инструмент, который мы используем. Великолепно. Идемте дальше. Так, это мы пропустим. Так, это мы тоже.